Саша, Новый год вроде бы прошел, но из нас Новый год как выйти-то не может. А праздники-то у нас продолжаются так или иначе, да? Старый дедуля, хватит бухать-то постоянно-то, а? Тебя уже вот соседи, понимаешь, улицы собирать нужно постоянно отсюда, да? Новый год для тебя так просто не пройдет, Олег, у меня для тебя есть подарки. Реально подарочки для меня? Олег, смотри, я уже пошел прятки, так, стоять там, нет, стой там, я под елочку прятать пошел. Стою, не подглядывай, давай, давай. Интересно, что там старый дед тут прячет, а? Что там приготовил, да? Положил, слушай, ну, Андрюха, я надеюсь, там что-то стоящее будет, да? Что-то нормальное, да? Конечно, Олег, по-другому ты быть не может. Ну, 100% уверен, да? Ну, ты смотри, Верка, сердючка-то... Ой, смотри, что там валяется. Так, не смотри. Интересно, интересно, вижу, что-то валяется. Так. Видишь, ну ты можешь подарить, прям интересно, слушай, а? Так, ну, в принципе, Олег, смотри, сейчас я тебе сейчас скажу, и ты подходишь, да? Давай, давай. Все, могу подходить, правильно? Подходи, подходи, подходи. Давай, 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 что это такое, погоди. Олег, с Новым годом! Ноутбук Apple, нифига себе! Телефон Orange, ничего себе! Поднимай, поднимай, все, Олег. Так, вот это я не буду озвучивать, спасибо большое. Ну, слушай, Андрюха, ну подарочки, конечно, нормальные вообще. Телефон Nokia 3310 поднимай. Телефон Nokia 3310, спасибо, Андрюша! И iPhone, ты забыл iPhone поднять, Олег. Я не могу его подобрать, почему-то. В смысле, что, охуел? Не могу его подобрать, я говорю, не могу подобрать его. Ну ладно, ходи с Nokia 3310, а я... Подобрал, 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 подобрал. Блин, Андрюх, спасибо, приятно, так, приятно, а теперь, приятно. А где мои подарки? Так, а твой подарок, смотри, у меня тоже для тебя кое-что есть на самом деле. А ну-ка, отойди от елочки, отойди от елочки, я для тебя тоже давай, кое-что давай, приготовил. Давай, погоди, давай, погоди, давай, погоди. Сейчас, секунду, подожди. Я не знаю, готов ты к этому подарку, не готов? Так, а что, погоди, тут народ набежал, погоди, я еще. Так, вот, смотри, вот так. Только ты смотри, чтобы они не спиздили. Все, Андрюк, я все, давай, иди, иди под елочку, быстрее, быстрее, быстрее. Пока не подобрали, быстрее под елочку. Корм для собак. Да, Андрюш, ну ты чего, Андрюша? Ты дурак, что ли? Это нормально подарю. А чё не так, Андрюш? Нихуя, я раскошелился, купил тебе, блядь, айфон. Только не кухры-мухры, ты знаешь, какой корм... Олег, смотри, я прямо подписчиков угнал. Ты знаешь, какой корм для собак вообще стоит? Ты вообще понимаешь или не понимаешь это, да? Нет, идиот. Корм для собак нынче очень дорого стоит, Андрюша. Реально, это ко мне больше нечего подарить, я понимаешь? Вообще нечего. Я купил тебе айфон. Да, 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 да. Я купил тебе, блядь. За подарок, но реально лайк ставлю, это было приятно. Ну что ж, дорогие друзья, всем огромное привет. Олег, с вами приехал. Сегодня, как всегда, Олежа Кофе. Со мной сегодня Андрюшенька Антифай. И наше выживание в мире криминальной России на седьмом сервочке Радмирчика продолжает. Ну вот, наконец-таки прошел Новый год, и теперь мы готовы целиком полностью вылетать в Новый год с новыми целями, с новыми приключениями. Поэтому, Андрюха, сегодня... Олег, она... хотя бы деньги-то подари, блин. Какие деньги-то? Хуйню подарил. Какие деньги? Блять, понятно. Охуеть, я тебе подарил Марию Ивановну одну подарил. Так, а что, просил тебя кто-то вообще дарить-то? Айфон подарил. Меня, ну ладно, хорошо, хорошо, у меня что-то в доме валялось, давай в дом заедем, я посмотрю, что у меня в доме есть. Давай, хорошо. Давай, будь человеком, будь мужчиной до конца. Нет, давай лучше я в следующем видосе нормально подготовлюсь и нормальный подарок сделаю, а не абы что подарить на самом-то деле-то, а реально. Ну ты просто, ты бы мне сказал, мы обычно друг другу подарки-то не дарим, а тут ты в крысу просто подарила сразу такой, а мне что подарить, а что мне? Я-то не был готов такого. Это так называется, значит, на Новый год подарить, да в крысу подарить, да? Ну да, да, нет, мы же обычно не дарим друг другу ничего, то ты просто невзначай так подарил, тем более еще и нормальный подарок, так что не, давай, вот на следующий видос я обязательно подготовлюсь и сделаю нормальный такой царский подгончик. Блин, ну отсоси хоть за айфон-то, ты нормальный идиот я вообще тебе или нет? Подарил. Так я знаю, так я благодарен, Андрюш, я благодарен, спасибо большое, спасибо, правда, очень благодарность приятно. В виде причмокивания принимается. Нормальный человек ты вообще или нет, а? Ладно, друзья, перед началом этого видоса вам желаю обязательно приятного просмотра, обязательно приятного аппетита, не забывайте заранее обязательно подписываться на канал, конечно же, и прожимать кнопочку лайка. Это, соответственно, нужно делать в обязательном порядке. Молодец, и порос там дерево. Так, ладно, Андрюха, на самом деле у нас сегодня наполеоновский план, в целом, как и обычно, и сегодня ролик, ребята, мы с вами начинаем с мега покупочки. Ведь я... Куда? Ну, проезжай давай, что встал-то? Давай, братишка, проезжай еще, да? Короче, Андрюх, я за сегодняшний день нацелил себе, значит, очередную покупочку, значит, мне кажется, сегодня я куплю просто... Ты вот уже может сейчас подарок мне купишь, давай, Не-не-не-не-не. Андрей, понимаешь, к выбору подарка нужно подойти правильно, понимаешь? Не вот так вот, чтобы абы что купить, да? Могу тебе скутер подарить, если хочешь? У меня есть скутер. Хочешь подарить скутер тебе, Андрюха? Не надо мне твой скутер. Вот, видишь, тебе... А чё, зачем я вообще тебя что-то спрашиваю? Подарю и всё, как ты меня подарил и всё. Скутер, между прочим, будет стоить дороже. Чё тебе дорогие предметы подарил? Ну, я не
спорю, тут я не спорю. Короче, ребята, сегодня я, мне кажется, потрачу вообще какое-то колоссальное количество денег, потому что покупка, на которую я сегодня наметился, это самая дорогая машина, которая, в принципе, только есть в автосалоне. Но одна из самых дорогих. Короче, Андрюха, знаешь, что я сегодня планирую покупать? Почему у меня здесь нет столько денег? Ты бы так мне завидовал бы. У тебя на пятом сервере есть столько денег. Что ты мне надо здесь, чтобы ты мне здесь завидовал? А здесь-то мне зачем? Для чего-то мне, скажи, пожалуйста, да? Короче, в новогоднем обновлении, которое вышло у нас под Новый год, соответственно, да, были добавлены новые автомобили. Ты что там сморкаешься, Андрюша, заболел, что ли, или все, я не понимаю. Ты что там хрюкаешь, скажи. Да я плачу. Да, конечно, он плачет, естественно. Значит, под Новый год было добавлено два автомобиля, премиальный автосалон. Это Bugatti Veyron за 60 миллионов рублей и Koenigsegg Chimera за 125 миллионов рублей. Именно этот автомобиль мы будем сегодня с вами покупать, ребята. Не делаю тест-драйва, не делаю вообще ничего. Деньги на подарок у него нету, блядь. Да есть у меня деньги, я хочу нормально подойти к выбору подарка, тупица ты такая-то. Ты понимаешь вообще, что я тебе говорю-то или нет, а? Вау! Ну чё, Андрюша, как тебе? Я хочу вообще на нее посмотреть. Ой-ой-ой. Ну чувствуется, Андрей, что 125 миллионов сейчас на парковочку заехало, да? Давай. Вот мне тоже это, на это... Или сразу с Камаро сравнить. Она что интересно вообще, она 4 места? А подожди, ну она вообще, по идее, должна быть 4 места, не? А ну-ка присаживайся. Давай. Садитесь. Давай проверим прямо сейчас. Давай проверим, погоди. Садитесь. А, нет, стой, погоди. Нет. Реально, 4 дверка, прикинь. Нормально так-то вообще. Так, ну ладно, вставляем ключи, соответственно, в зажигание. Что, сразу против Камара затестим? Против Камара? Нет, Олег, я знаю, да. Сейчас все эти ваши арабские чемпионы и все остальное. Ничего нету у меня, я ничего не просил. Конечно, да, конечно. Олег, слушай, сейчас тачка вид имеет однозначно. Интересно, какой результат она будет показывать, соответственно. Слушай, ну пока, я вот так немножечко тапочку в пол нажал, она вроде что-то даже может. Давай в обратную сторону, там просто я такой... Я тебе скажу, что, мне кажется, даже на стоке меня выиграешь. Вот у меня сейчас третий стоишь, что ли? Думаешь? Уверен прям на 100. Не, ну если ты не будешь включать, конечно же, арабский чемпион. У меня сейчас 100%. Нет админов нет, которые... Ну ладно, проверим. Назад, давай. Ну слушай, задом я вообще еду 80-90, как бы это уже хороший результат. Так, давай, я пристегиваюсь, потому что мне страшно красиво просто ехать на такой раздаю. Машине. Ну что, готов, Андрюха? Да, давай. Готов? Давай, на счет три. Раз, два, три. Так, ну вот, да, видишь, сразу вылетаешь. Ну нормально, это... Слушай, нормально она летит, вообще ты гонишь? Я уже 300 лечу, вот 300 есть. 300 фиксировано. Я 320. 270 только 330. Еду. Давай. 340. Ну 340. Ой. Ну, так в целом тоже сойдет на самом-то деле. Самое главное, водитель сойдет. Водитель дебил. Короче, какие планы у нас на эту машину? Первым делом так, мы едем я к тебе сажусь. Ну давай, садись, давай. Я на островок, давай паркуюсь на островок. Едь на своей. Кстати, я лимит один. О, ты прикинь, у него стоки, максималка 400. Я лимит один прописал, ну, прикинь. Все, я тебя ненавижу. Нормально вообще, а? Так, мы сейчас прямо сейчас едем ставить на нее чип-тюнинг, соответственно. После этого мы едем ее тюнинговать по полной программе. Деньги. Посмотрим, на что она вообще, в принципе, с ней. Ну, смотрите, делает. Ага. Пошел вон. Здесь твои блядские деньги. А что не так? Слушай, она на самом деле еще и боком ходит нормально. Мне кажется, ее можно спокойно на дрифт-трассу пустить. Она. Ой, слушай, она очень хорошо боком прям идет. Слушай, прям очень хорошо. А мне интересно, на нее есть всякие эти, типа, винилы. Да, вот это интересно тоже будет. Посмотрите, мы это обязательно сегодня протестим. Но, ребята, если вы думаете, что это все, то вы глубоко ошибаетесь. Сегодня мы еще будем открывать новогодние кейсы. Ну и лох, смотри. Просто, и ради чего? И стоило это того, скажи, пожалуйста, там, я? Ты рудень на меня. Знаешь, как тебе насолить? Я давай, догоняй меня. Деньги. Чё, Камара не едет твоя, да? Не едет, да? Ну, блин, сравни в гейме. Бля. Как это? Нет! Сука! Там у чела минус 82 хп списалось, там прям написала про это. Так, ладно, тут самое главное доехать. Тут самое главное просто надо доехать. Сейчас, ну все, мы заглохли, Андрей. Ну тут капец. Кстати, на самом деле, я посмотрел в реальной жизни, типа, Гимера, она вообще маленькая машина. Типа, она вообще небольшая. Я думал, что она реально здоровая. Типа, компактная какая-то или что? Да, она типа реально, она маленьких габаритов. Ну, кстати, вот как будто бы...
Ну не знаю. То есть если даже, смотри, сравните с комаром, стань рядом, видишь, ну, смотри, давай, она, давай, типа... давай. Ну так же примерно, так, да. Такая же вообще длина. Длиннее, чуть-чуть длиннее, чуть-чуть длиннее. Ну здесь, но мне кажется, перед длинный, у нее морда просто длинная, вытянута. Там, здесь, мне кажется, не оригинальный размер. Ой, так, а нет, смотри, Олег, вот смотри. Чё, смотри, сейчас я помогу, смотри. Не надо, не надо. Да, Олег, нет, смотри, я тебе бак покажу. Отстань, зачем ты поворачиваешь? Нет, 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 не надо ничего показывать, отстань от меня. Ой, Олег, я тебе просто прикол покажу. Не надо мне ничего показывать, не надо. Смотрите, девочка. Блять, тварь, а. Ебучая. Ничего ты сделать не сможешь. Так, от автобуса поворачиваемся. Ты попробуй догнать, давай, трутень. Так, штраф соберем, ничего страшного. Десятка штраф, нормально? Блять, тебе, сука, штраф, мразота. Тихо, 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 тихо. Я знаю, что у меня мало хп, я знаю это. Найс. Да хватит глохнуть, да мой, да пипец просто, а. Я ехать тупо не могу, я просто... Я из-за заднего привода не могу сделать нихуя, меня крутят, блядь. Отстань, 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 отстань. Ну все, ладно, я не буду, поехать. Да конечно не будет. Да нет, да я пока ты оглохну, ты понимаешь. Хорош, молодец, умничка, умничка, молодец, Андрюша. Давай, давай, давай. Ты думаешь, что, сука, доберешься у меня? Давай, давай, давай. Ай, нет. Ай, блядь. А что ты мне сделаешь, да? Блять, мне бы сейчас пистолет. Да все, у меня двигатель сломан, все, сломан, машина не завез. Все. Мы встали, встали. Нет, 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 нет. Успел, 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 успел. Нет, 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 нет. Не бей! Не бей! Не надо! Отстань от Верки, сердючки, у нее корпоратив еще сегодня! Отстань от нее! Помогите! Кстати, ты, Олег, сегодня долго живешь, это да. Да, да, пока что да, 11 минут продержался, на удивление. Все, так, ну ладно, ребят, мы машину починим, соответственно. Значит, доедем до Чипчунинга, нам осталось отъехать километр, столько метров, что, наверное. Чипчунинга? И продолжим. Итак, ребята, значит, ставим по дефолту, значит, ну, третья цель, соответственно. Как иначе-то, скажите, пожалуйста. Так, значит, что мы там? Значит, радиатор мы покупаем. Что там у нас еще? У нас там еще выхлопная система, покупаем. Переходим ко второму уровню стейжа, значит, турбину мы с вами за 2 мульта покупаем. И что у нас там еще остается? Магнитатель мы с вами также покупаю. И данный автомобиль стоит уже не 125 миллионов рублей. А сколько получается? 132 миллиона рублей, да? Учитывая, Олег, что а вот теперь лимит один прописываю. Знаешь, сколько? Сколько? 520. 520 нормально? Нет, 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 нет. Идиот. Блядь. Все, смотри. Я не пристегнулся. Какой же ты лох, просто я не могу. Ну, все, ладно, так, все, поехали сейчас, поехали сейчас, знаешь куда? Поехали до СТО. Слушай, она прям очень хорошо едет, я тебе говорю. Не она... буду, Олег, тебя сегодня больше трогать, плохо она... от тебя пахнет, говно и воняет. На тебя плохо пахнет. Ебо, она летит! Она просто нереально какая-то, я не блядь, знаю. Блядь, ну я тоже так хочу. Это просто, я не знаю, это как, это не машина, а сказка какая-то, если честно. Слушай, мне даже страшно на такой машине ехать, посмотрите, как она будет. Ема, как мы летим-то быстро-то, а. Слушай, Олег, может я под халтурю, давай я механиком твоим буду. А ты, ну, если хочешь, как в кайф, если хочешь поработать, то давай. По жопу я на запад. Поехали, Олег, мама, так поехали. Я жопой штраф 5000 поймал. Тоже нормально, тоже не помню. Ема, сколько же людей-то тут, а? Так, ладно, я давай. Так, что, ты мне будешь через эту машину? Сейчас я буду твоим сексуальным механиком. Ну, давай, давай. Ну, что, Андрюха, давай глянем, что у нас вообще, в принципе, есть. Нормально, там треки играют. Давай посмотри, что у нас, в принципе, есть на Кёнигс Гимера. Нормально, что Верка Сердючка приезжает на такой машине. Прикинь, в реальности. Ты бы сильно бы офигел, увидев вот такую картину просто. Прикинь, реально, Верка Сердючка просто приезжает на Гимере. А ты посмотри винилы. Нормальный цвет, смотри. Так, ну давай, ладно, винилы. О, даже есть что-то, смотри. Только погоди, да что-то ладно. Пока. Блин, надо цвет, да, надо цвет другой. Цвет, да. Да. Давай желтый цвет поставим. Вот смотри, вот такой вот нормальный. По-моему, очень сок, не? Пока поставим, давай, ладно, давай посмотрим. Пока поставим. Но в целом, мне кажется, свет... Мне так похуй, Олег, мне главное деньги заработать. Вот, это понятно тогда. Вот единственное, снег, конечно, немного мешает с определением точного света, потому что машина целиком полностью покрыта. Ну, тут покрыта у нас снег. Зима пройдет. Ну, да, это я понимаю. Но можно, конечно, цвет... подождать в боксе сейчас. Слушай, на самом деле, я видел видос с этой тачкой, и она была там, знаешь, каком, в сером таком цвете, красивом, прям вообще идя. И салон тоже был бы желтого цвета. Было прям вообще четенько. Было прям красиво. Прикинь, Олег, смотри, прикинь, я такой профессионал, типа, крашу машину со снегом, блядь, не обезжирил ее, не Да. Ну, Андрюха, ну, понимаешь, рука мастера сразу видно. Не снял старый слой краски. Да.
Ну, чего? 350 рублей еще, мразь. Так, давай дальше, смотри. Давай посмотрим, какие как раз покрасочные работы у нас есть. Так, ну непонятно что-то. Смотри, видишь, там какая-то смерть с косой. Ну непонятно. А, да. Есть вот такая, ну у нее тоже вообще не то. Есть вот такая. Ну не. Подожди, не. А смерть с косой, смотри, стой, сделай смерть с косой, потом белый цвет сделаем. Давай, вот 4. 400 тысяч стоит, чего? Заебись, как Олег какой-то на бабки разводит. Вот так, значит, да? Да чего? Ты все равно сколько? 4 косаря получишь с этого? Или сколько там, скажи? Нет, 40. А, реально 40 косарей с этого? Серьезно? Обратно деньги вернешь, не понял? Нихуя. Давай, давай. Он нормальный? Ну все, тогда не жди. Тогда не жди, подарок просто на Новый год от меня никакой. В смысле, я на твоих роликах штрафы набираю. Так это ты сам виноват, ты можешь не нарушать. А кто против нарушать, скажи, пожалуйста, да? Ты? Какой же ты трудный, просто я не понимаю. Ты каждый ролик просишь, нарушь, пожалуйста. Ну не, ну вообще, какая-то, ну мне не нравится. Ну смотри, вот а ты попробуй. Ну вот, и чего. Да ну не, вообще не то, реально, не. Не, я короче, сейчас обратно уберу просто, погоди, а сколько стоит? Вот так вот. А, ну нормально, вот, все, иди работай за бесплатно, давай. Давай, давай, давай. Снять это, поклейки-то 0 рублей стоит, а ты тоже 0 рублей с этого получишь. Так что давай, потрать дальше, Андрюша, давай, давай, давай. Олег, расклеиваем, да, получается? Расклеиваем, получается, да. 40 тысяч заработал просто ни за что сейчас, нормально вообще, а? Слушай, ну, кстати, я думаю, диски менять вообще не надо. Ну, то есть диски это, ну, прям идеально сюда подходят. Ну, типа, их вообще не надо менять, мне кажется. А, тонер будем делать? А, у тебя же прямо... Ну, тонировку я тоже не вижу смысла. У тебя панорама. Можем занизить ее только, на самом деле, еще. Ну, там, ладно, все, я раскрыл на прикинь, просто руками разорвал нахуй. Плюс 100 рублей. Так, а что еще, погоди, есть? Наклейки, выхлоп, гидравлика, остальное. А что, больше ничего нету? Ну, да, да, все, больше ничего нету. Так, ну ладно, что, все тогда, давай выезжаем, наверное, отсюда. И больше тут, да? Ну, больше просто эта тачка ничего не делает. А, просто стой, погоди, может салон перекрасим какой-то другой цвет? Сейчас, давай просто... Там подстаканники в кёрнике. Погоди, давай посмотрим какой-нибудь... А не меняется ничего, да? Смотри, ничего не меняется. А, ты смену цвета сделал? Да, 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 сделал, ничего не меняется. Значит, желтый цвет салона, да. Эх, блин, ну ладно, нормально, на самом деле, оставим пока на первое время такой. Не-не, если мне кажется, если на самом деле, что, если этот сделать просто тонер, то нормально будет. То есть у нас салон особо не будет отображаться, поэтому я думаю нормально. Так, ну чё, всё, поехали, поставим сейчас S-панель на нее, соответственно, да, и посмотрим, что он. Блин, мне вот прям не терпится затестить ее на самом деле. Ема ее боком несет на самом деле сейчас. Мария. О! Блин, ее прям нормально так несет, я тебе хочу сказать. Чего так летит-то, а? Тихо. Ну вот еще один штраф поймали. Так, что, давай, ну что, занижать ее будем или как будто бы в этом есть смысл вообще какой-то или нет? Олег, мне надо потратить все твои деньги. Так, погоди, а ну-ка. Давай. Не, ну реально есть в этом какой-то смысл, нет, я вот этого просто не понимаю. Ну ладно, давай, все. Если говоришь, да, тогда чего нет, то давай. Так, S-панель, давай. И получается занижать. Равномерно опускай, да. Равномерно. Ох, нихуя себе. Че, вот так вставляем, прям реально? Да, Олег, стиль. Думаешь? Блин, Олег, как будто бы. Ну, Олег, ладно. стиль. Ну что-то оно какая-то прям слишком заниженное. Олег, ты делаешь так. Ух, ебо! Смотри, как бока. Знаешь, как называется? Как? Это типа оперстайл. Ага. Ты смотри, как мы боком идем. Что с машиной, я вообще не понимаю. Олег, это оперстайл на кёнигзаке. Ага. Не, подожди. Нам нужен прям жесткий какой-нибудь пример, чтобы вот прям затестить, Ой-ой-ой, смотри, какая панамер. Обычно. Я вовремя все сделал. Нет, чел не вовремя. Нормально. Да, нормально. Так он сам на встречку вылетел, сам виноват. Мы тут пришли. Смотри, ух, смотри, как ты мы очень богатый, и смотри, обычно для оперстайла берут приору или жигу, а ты взял кёнигс. Да не, погоди. Ну-ка. И смотри, мы сейчас красиво просто вылетаем. Но! Ты взял, чтобы касанить? Вот это я понимаю. Блин, нам нужен участок трассы, где мы сможем. Блять. Нет! Наконец-то ты сдохла. Ну, 20 минут. Новый рекорд, между прочим, сегодня поставили. Слушай, нет, нам надо найти привик, где мы сможем прям нормально разогнать машину, посмотреть вообще, на что она способна. Ну что ж, мы наконец-таки заехали на привик, чтобы наконец-таки глянуть на потенциал этой машины. Отдай дань уважения. Как эта трасса называется? Кубинская вилля. Давай, Олег, ты зарядил тачку? Да, зарядил, я готов. Давай, все, проверяй максимально. Давай, на счет 3. Раз, два, 3. 300! Ой, мне страшно! Нормально! Я, Олег, тебе про это и говорил. Ты там чувака на бэхе убил, на мопеде убрал, блядь!
А, на Мустанге. Я тебе, Виталик, про это и говорил. Извините, пожалуйста, это было очень жестко. Давай еще раз, мне очень понравилось. Ну что ж, Андрюха, готов ко второму дублю? Олег, ненавижу Кемера. Давай, на счет три. Раз, два, три. О, ебать. Нет, тебя крашнуло. Меня тоже кикнуло. Да его. Ну что ж, мне, если честно, уже страшно просто заводить эту машину. Олег, помоги ментам, ну-ка направо быстро едь, направо, там ментам надо помочь. Да нет, Андрей, не-не-не. Олег, да нормально. Мы уже не успеваем, там просто мимо нас погони проехал. Так, ну, Андрюх, мне реально страшно уже просто делать что-то с этой машины. О, смотри, как боком поехал, смотри, Бобик-то. Ты лучше не заряжай ее, давай лучше сразу стартуй. Думаешь, сразу стартануть, да? Ну давай, 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 давай. Сейчас максималку проверим, давай. Давай, три, два, один, полетели! Надеюсь, не кикнет, потому что я не хочу не, с тобой не, сейчас должно быть нормально. Сколько едем? Блядь! Ну нет, ну нет! Олег, если я говорю, что это опасно, блядь. Да я знал, что это опасно, я знал, на что мы шли. Ну, ребят, по-другому-то никак. Это единственный пример, где можно затестить максималку, понимаете, да? Ой, жестко, надо еще раз попробовать. Все, даем просто последнюю попытку этой машине, потому что, я не знаю, это какая-то реально читачка, потому что, ну, я не знаю, ну, не возьму. Ну, что ты, ну, куда ты летишь, что ты же видишь? Ну... Ой, смотри, кто с нами рядом там. Я чит-мобиль. Какая подъезжает, да? Чит-мобиль. Чит-мобиль, естественно. Так, ну что, готов, Андрюха? Готов разогнать ее? Да. Это небывалых скоростей. Ну, куда он лезет? На... Ну, ладно, готов, давай. Раз, давай. Два, блядь, ты зря три. Космос просто летит! Стоп! Нормально! 430! 440! 400! Здесь что происходит? Что это такое? Нормально, верка-сердючка! Это реально, это верка-сердючка! Здорово! Так, ну ладно, на удивление мы выжили после этого теста. Я не знаю, ребята, эта машина просто какая-то реально очень читерская. 450 мы разогнали! Это было очень жестко. Ну, максимально. Я говорю, мы не до конца раскрыли потенциал машины, потому что максималка у нее 520, поэтому мы могли, мне кажется, еще. Если бы мы вот в этот поворот бы зашли, вот так, ой, вот, там невозможно было. Подожди, стой. А скажи, пожалуйста, вот это нормально вообще, вот это вот, смотри, что это такое? Чего два тигра друг на друге, что это такое-то, а? А, ты не понимаешь, что происходит, Олег? Я понимаю, что происходит, я спрашиваю, нормально это? Нет, я понимаю, что это такое. Я так понимаю, тебе надо объяснить, что это такое, пистик и тычинка? Не надо мне ничего объяснять. Не надо. Ну, слушайте, ребят, я реально доволен покупкой, потому что машина показывает просто какой-то небывалый результат. Я не знаю, она просто, ну, какая-то мега-читерская, реально. Хоть и стоит, конечно, очень дорого, но это стоит того. Ну что ж, я предлагаю нам перейти с соответственно к кистикам, которые мы откроем с вами прямо сейчас. Осталось лишь только найти какое-то красивое место. И я надеюсь, что сегодня мы с вами выберем что-то мега-эксклюзивное из новых новогодних кейсов. Слушайте, ребят, мне тут Андрюха передал просто чекер, соответственно, да? Аппаратной диагностики. Автомобиль. Так, тяжелый, темно-желтый цвет, государственная стоимость 125 миллионов, владелец Олег Кофе, соответственно, пробег 19 километров, соответственно, катали уже, да? А состояние, общее состояние 95%, износ 0.02, моторная масса, ну тут это самое, ну это нормально, да, еще да, все, да? Да, это все нормально, а, да. Модификация чипа 70.0, пневмоподвеска нет, есть. Нет, смотри, самую первую страницу и смотри мощность. Сколько мощность написано? 6670. Блять, я думал, у меня у одного такой баг. Лошадиных сил, это что такое вообще? Ты понимаешь, что у тебя драгстер, блять? Это... А чё, почему так много? 6500 лошадиных сил, это чё? Ты прикинь, Олег, что ты купил? Это реально читать. Что за бред, какие нахуй 6000 сил? Я не знаю, мне аж страшно просто реально заводить эту машину. Это просто бестия какая-то, не знаю, я не знаю. Мне кажется, это какой-то баг просто. Это возможно, баг, возможно. 6000 сил, ты прикалываешься? Так, ну это, чё, Андрюха, готов к новогодним кейсикам, а? Слушай, я на самом деле не знаю вообще, есть ли смысл открывать кейс не во время рестарта. Ну не что, надо. Как будто бы новогодний кейс, Олег, и в принципе давай кейс... Давай с утра подождем, посидим. Да, вот. Ну реально, как будто бы новогодний кейс нужно открывать исключительно лишь только после рестарта. Потому что лишь только после рестарта Олег, есть... Олег, а ты можешь мне машину... Какую машину? Машину подарить за 6 тысяч. Какая? За 6 тысяч? Которая 6 тысяч сил. За 125 миллионов, которая, да? Вот это желтая. Ты прикинь, Олег, ты можешь представить, сколько 6 тысяч сил? Это, блядь, вообще, я не могу представить. Такое может такое. Даже у истребителя я нет. Не могу представить, что это такое. Это, я не знаю, это только КНР какой-нибудь космолет, я не знаю, там в космос летит, вот там 6 тысяч сил, наверное, да? Ну нет, это вот могу скутер подогнать, Андрей, хочешь? Там в скутере не тоже много лошадиных сил. Не нравится такая идея, да? Слушай, но мне, если честно, кажется, что реально единственный смысл, мы, конечно, сейчас открываем, мне просто интересно, возможно, что-то нормальное выпадет, ну, давай, да? Давай, открывай. Но просто как будто бы реально имеет смысл открывать кейсы только после рестарта. А сколько у тебя кейсов? У меня вообще их 200.
части, но мы не будем открывать их сегодня 200. Я просто сразу на несколько серий закупился, соответственно. У меня такая контрольная закупочка сразу же была. Вот, я сразу, ну то есть, 100 кейсов я оставлю чисто на ночное открытие уже на другой день. Вот, ну потому что, ребята, вы сами прекрасно видите, что мы вот сейчас открываем кейсы. Сейчас время у нас там сколько, 10-11 вечера по московскому времени. И вы сами видите, что ничего не падает. Вообще, конечно, мы еще не все открыли, да? Москва говорит. Но Москва на связи. Вы сами помните, что и пацаны, и Макс, и Андрей тоже проводили этот эксперимент. Да, эксперимент работает. Это реально работает. Пока да, это не попиксили, надо Каспика реально... на пятом. Во, поздравляю. Слушай, ну вот мне вот, вот идеальное дополнение, вот что, что вот я очень сильно хочу выбить на самом деле из этого новогоднего кейса, это вот этот грузовик International Pro Star. Interstellar Pro Star, да, International Pro Star LT. И очень сильно хотелось бы выбить, конечно, этот Bentley, который на гусеницах. Вот это была бы просто имба. Нет, Олег, я уже занял его, только попробую. Если выбьешь, нахуй не вставляешь. Так, ну ладно, продолжаем открывать. Давай, я буду быстро открывать, просто я не знаю. Мне кажется, на самом деле нам сегодня вряд ли что-то выпадет. Учитывая, что я уже один эксклюзив так-то забрал, соответственно, да. О, Верк, сердечко, спасибо, приятно. О, еще и Бодров выпал за 4 ляма. Вообще хорошо. Не, ну пока бодренько идем, пока реально. Парень черного. Слушай, хотя не, нифига не бодренько. Мы открыли сколько кейсов? 20, наверное, да, из 20 кейсов выпало только 2 скина, и все. Поэтому. О, шапочка за 3 ляма. Спасибо, спасибо, спасибо. Сильно выпало. Не, ну просто я не знаю, но я ни разу не видел, чтобы кому-то из нас. Не вижу смысла вообще днем открывать. Вот, да, я вот про это говорю, типа, я ни разу не видел, чтобы кому-то из нас просто что-то падало именно днем. То есть, как бы вот мы сколько раз открывали днем, вечером, ночью, нифига. А вот именно после рестарта. Ну вот, смотрите, мы открыли уже с вами 30 кейс, соответственно, пока вообще ничего. И мне, кстати, знаете, что? Я ни разу не видел, чтобы кто-то выбивал International Pro Star. То есть, дом на колесах я видел, очень много выбивает. А вот именно грузовик, вообще, как бы, вот он как будто очень ценится. Да, да. Вот он реально очень сильно ценится. И вот его бы. Для дальнобоев, это вообще, мне кажется, офигенная тачка. Вот ее бы очень сильно хотелось бы получить. Я бы вообще с удовольствием работал бы дальнобоем. Егор Чупсиков, привет тебе. На этой машине. Очень рад, мы продолжаем открывать кейсы дальше. Я надеюсь, что-то нам нормально выпадет. Если ничего не выпадет, то ничего не выпадет. Если что-то нормально выпадет, то мы вам обязательно это покажем. Так, ну Андрюха, дом на колесах уже один есть. Это хорошо. И шапочка со трелем. Ну, кстати, посыпалась. Вот сейчас было такое прям нормально. Прям посыпались и скины, и все остальное. Но дом на колесах уже есть. И хочется реально грузовичок там иметь. Можно, пожалуйста, грузовичок? Друзья, а тебе тоже грузовик не падал, правильно я понимаю, ни разу? И Максиму тоже, по-моему, ни разу не падал, да? Вот грузовик реально. Нет, я думаю, что... Я думаю, ребята, что в следующей серии я вот постараюсь прям не спать до 6 утра, чтобы сделать, ну, это снова... А чё нет? А чё нет-то, я не понимаю? А чё нет? Спать не дадим. Не, ну тут просто реально, конечно, не спать до 6 утра, это сильно. Это не уснул. Просто еще проблема заключается в том, что, типа, ну, во-первых, тебе нужно не спать, а если ты уснешь, то я 100% просплю. Я не могу, ну, типа, я не слышу будильники просто банально, поэтому, чтобы вот реально мне открыть именно после рестарта кейса, мне нужно именно не спать. У нас у тебя даже... холодной водой, да, блин. Не, потому что если я буду спать именно вот пару часиков посплю, условно, то я точно не проспру. Я точно не проснусь. Это не просру? Не проснусь 100%. Если бы ты, Олег, жил со мной, я бы тебя быстро разбудил. Ага, конечно. Быстро тебя водичкой облил бы. Да 100%, конечно. Мне 100% не разбудил, чтобы я эксклюзив не выбил. Да я тебя знаю, да. Я тебя знаю, это конечно. Слушай, ну что-то как-то очень мало. Мы очень быстро, во-первых, открываем все, конечно. И что-то мало мы вообще, в принципе, всего выбили. Это вам же, как я к тебе в Москве зашел в комнату, ты киберпанк не выложил, да. Я тебе сказал, бля, Олег Авил, ты спал, короче, я тебя не разбудил. Короче, реально, у нас было. Мы когда жили в доме просто вместе тогда еще. Все баны. Я снимал тогда кибертрак. О, кибертрак, киберпанк. И, соответственно, я в момент, у меня каждый раз, я не знал почему, у меня каждая серия рендерилась очень долго. Там прям по 3, по 4 часа. И в моменте, в одном из дней, я просто уснул, я не дождался. И Андрей, и соответственно, я этот ролик не выложил. И Андрей просто заходит ко мне в комнату, он видит, что я сплю, и он видит, что ролик я не выложил. И он такой, ну ладно, дальше спи, там и все. Это очень смешно, на самом деле. Мы знаем график друг друга, и в моментах мы можем там помочь как-то, да, это напомнить. Ты не выложил, там все остальное. Я Андрею помню, я ему 3 или 4 раза звонил, когда он ошибки в роликах допускал просто банально какие-то слова. А тут Андрюха заходит в комнату просто. И так, ну, Олег, мне видел, было жалко, я так спать хотел. Ну то да, согласен. Я хотел, чтобы ты поспал нормально. Андрюха, работа превыше всего, так или иначе, так что ничего не знаю. Ну что-то как-то слабо. Это вот сейчас у нас, кстати, последний кейс. Вот, ну, на сегодня, там реально нам осталось открыть вообще, ну, ничего практически. И что-то как-то меня эта ситуация ладно, вообще не радует, если честно. Что-то это как-то грустно, что ли, я не знаю. А нормально, а что-то будет? Ладно, давайте фаст
там добьем уже. Я уже просто не верю, что нам сегодня что-то выводит, на самом деле. С таким-то, конечно, настроем. Ну не, ну просто с таким-то лутом, точнее, который мы сегодня получаем. Мы только один дом на ко. Все! О, мы еще. Я еще получил достижение взломщика. Отлично. Ну что, друзья, я думаю, что на сегодня, на этом моменте, мы будем с вами заканчивать наше сегодняшнее видео. Я надеюсь, вы кайфанули по полной программе. Обязательно поставили лайк, и, конечно же, подписались на все наши каналы. С вами сегодня был, как всегда, Олежа Кофе, Андрюшенька Эндифай. Это был седьмой сервачок Боря. Это был седьмой сервачок Ратмирчика. Заходите обязательно, играйте вместе с нами. Скачивайте проект по ссылочке в описании. Не забывайте вводить наши никнеймы. Указывать при регистрации, не забывайте вводить наши промокоды. И тогда при достижении определенного уровня, по-моему, 4-го, получаете огромное денежное достижение в виде бонуса. Так что, ребята, халява работает, польза пока. Я вообще про это не знал. Ну, на этом, ребята, сегодня все. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Всем пока-пока.